Приветствую всех на своем канале Акварелька. И сегодня хочу показать вам небольшое видео, то есть продолжение моей шерстяной акварели. Конечно же, я в прошлый раз уже начинала делать, но все-таки я решила сделать по правилам. Сделала фон из белой шерсти, так как у меня там была вата. Но я все-таки сходила, подкупила кое-какие вещи, кое-какую шерсть и решила переделать. Итак, давайте начнем вместе переделывание моей работы мака. Итак, ну так, значит, выкладываем лепестки. Здесь вот у меня уже все это было уже подготовлено. И сейчас вот постепенно буду выкладывать то, что у меня уже было. Прошлый раз. Так, ну, наверное, так вот. С этой стороны положим кусочек. И сразу хочу затенить. Вот эту вот часть лепестков, которые будут у нас ближе к центру. То есть вот я в прошлый раз показывала, как смешивать нужно шерсть, то есть берем необходимое количество темной светлой пряжи и перемешиваем, то есть вот выдергивая, то есть это я уже показывала. Так, вот это вот у нас будет здесь тени, а серединка у нас черная. Мы ее сделаем вот таким образом. Так, у нас будет без фона мак. И нужно добавить нижние лепестки. Так, нижние лепестки красные. Так вот будет. Вот надо это низ немножко подрезать, как колокол. То есть идея, что здесь лепесточек как бы под низа выглядывает. Так. Таким вот образом. Часть будет закрываться в серединке. И, конечно же, здесь уже сразу пойдет вот эта вот часть темная. Внизу. То есть это как тень будет. То есть вот я подрезаю. Так, и вот эту вот нижнюю часть сразу же ее делаю в тени. Так, дальше. Следующий лепесточек красненький у нас будет накладываться в эту сторону, в левую. Вот так вот. Так, я хочу еще затемнить вот эту часть, как бы здесь часть лепестка будет тоже в тени. Вот немножечко прям беру темного цвета шерсть. Подкладываю здесь вот с этой стороны, и уже будет как бы тень. Вот, немножечко ее здесь растянуть, так чтобы это... Вот. Так, смотрим, поднимаем. Все уже вот получается такой объемный цветочек. Возможно, вот где-то вот еще здесь вот тень. Снизу добавляем.
И нам необходимо еще подобрать светлые цвета там, куда упадет лучик света. Вот я вчера купила желтенький цвет. И желтенький цвет очень... Вот оранжевого опять не было. Но у нас вот в магазине, к сожалению, не все цвета присутствуют. Поэтому сейчас мы будем вот так вот смешивать. И создавать лучик света. И лучик света мы направим вот сейчас. Покажу, в каком месте. То есть на краю лепестка. Так, вот, наверное, вот здесь вот. Вот. Вот эта часть, она будет освещена. Вот. Сюда направим. Сюда, чтобы заиграл у нас немножечко. Размешаем с красненьким. Все, у нас получается светлый такой лучик, даже слишком светлый. Так, и точно такие же лучики можно сделать наверху лепестка. Смотрите, это вот вообще совершенно тоненький слой у нас. Если снизу у нас тень идет, то вот здесь вот просто вот хочется вот немножечко этого света добавить. Так, ну-ка смотрим. Так. Слишком явные лучики. Ну ладно. Так, ну уже как бы светлеет у нас мак. Это даже хорошо. Дальше смотрю, где еще можно добавить этот лучик. Лучик можно добавить вот по краям еще. По краям тоже смешиваю. Вот у меня тут обрезки имеются. Так, вот здесь вот. По краям немножечко. Тоже вот здесь вот, вот этих лепесточков мы добавим тоже слегка желтенького цвета на красный. Так, ну все, вот у нас играет уже всеми цветами мак. Так, и здесь вот еще немножечко хочется. Так. Подредактировать, может быть, лепесточек более такой волной пустить. Вот здесь еще посмотреть, может, какую-то тень добавить. Так, тень. Вот здесь вот нужно добавить побольше тени. Так. Тогда вот здесь вот нужно будет опять же добавить света. Так, нет, так не пойдет. Сейчас намешаю. Так, вот здесь вот немножечко света добавить. Все, и получается у нас вот такой вот мак. А еще можно добавить, смотрите, здесь стебелечек темненький, скрутить вниз, направить и сделать. Вот смотрите, видите, вот отсюда вот раз добавили стебелечек. Здесь будет рамка, ничего страшного. И немножечко сделать... Ой, у меня тут вот... Вот немножечко сделать такие тычиночки сюда на центр. Вот. Можно желтенькие, можно вот такие синенькие. Вот. Добавить немножко цвета. Но здесь нужно поменьше, конечно.
Я тороплюсь, у меня сейчас видео закончится. Поэтому на этом буду заканчивать свой мастер-класс. Кто не подписался, еще подписывайтесь. Буду благодарна вам за лайки, потому что это мой мак впервые сделан в технике шерстяной акварели. Но я еще буду дорабатывать эту работу. Всем пока-пока. Удачи, друзья. Творческих успехов.